Чувашские инспекторы ГИБДД записали видео ко дню памяти жертв ДТП. Патрульные авто со включенными спецсигналами выстроились в надпись «Нет ДТП» на парковке у площади Республики. Видео уже набрало более 40 тысяч просмотров. Ситуация с аварийностью на дорогах Республики остается напряженной, поэтому важно усилить работу всех структур, которые отвечают за обеспечение дорожной безопасности. Отмечают в УГИБДД МВД по Чувашской Республике. Дорожные инспекторы таким образом хотят еще раз привлечь внимание общественности к проблеме аварийности на дорогах.